Еще раз всем привет. Если честно, я немножечко расстроена, потому что я сейчас посмотрела видео со своим новым микрофоном, и если честно, звук, конечно, ужасный. Сашка мой послушал звук этот. Он сказал, что микрофон просто ужасный, что звук просто ужасный. Но с другой стороны, я никогда не позиционировала себя как профессиональный блогер, как блогер-миллионник, вот, как профессионал. Я снимаю эти видео больше как-то для себя. Это как мое хобби, поэтому, как вы считаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, если учитывать, что мне этот микрофон нужен для любительских съемок. Можно ли его использовать или лучше все-таки купить какой-то новый микрофон? Просто мне не нравится то, что звук очень такой, как бы это сказать, тяжелый, грязный звук. Микрофон записывает очень много лишних звуков, очень много лишних призвуков. Вот я думала, я надеялась все-таки, что качество записи будет более чистое. А микрофон почему-то записывает все подряд. Поэтому, если честно, может быть, я слишком близко. Давайте вот так. Привет, 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 привет. Ну, вроде микрофон я правильно держу, как положено. Поэтому у меня вся надежда на вас. Особенно я знаю, что среди моих подписчиков есть ребята, у которых есть свои каналы. Это Стасик, это Саша с канала ДЦП Лайф. Поэтому напишите, ребята мои хорошие, как вы думаете, стоит ли мне продолжать пользоваться этим микрофоном или лучше купить какой-то другой микрофон. Ну а с вами была Аида Москва. Я вас очень сильно прошу написать в комментариях мнение по поводу этого микрофона. Для меня это очень важно. Я вас всех очень люблю, всем желаю счастья, здоровья, любви. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами была Аида Москва. Всем пока-пока.